Сергей Дудаков считает, что Камила Валиева не справилась психологически на Олимпиаде 2022. Камила вообще в тот сезон была в форме, в идеальной форме, но получилось, что получилось. Не справилась психологически, если мы берем личные соревнования на Олимпийских играх. Они все наши дети, как в семье дети, допустим, 3-5 детей. Сергей, но в семье же бывают любимчики. Нет, но всегда желаешь своим детям, а я отношусь к ним как к своим, чтобы у них все получилось. Нет такого, чтобы этому, чтобы лучше, этому, чтобы похуже, нет. А ведь очень часто болельщики, журналисты спекулируют на этой теме. Вот кого-то любят больше, кого-то любят меньше. Нет, это только спекуляции, такого нет. Они все наши ученики, все наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом. Ответил Дудаков Максиму Транькову в программе «Подкаст Лаб» на Первом канале. Сергей Дудаков назвал отличительную особенность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдает максимум всегда. Характер, да, она всегда выдает лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании, сказал тренер. Сергей Дудаков рассказал о бескомпромиссности в характере Александры Трусовой. Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед. Она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет, и все. С Сашей разговаривали. Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день. Что делают другие? Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше, рассказал тренер. Также Сергей Дудаков рассказал о разнице в работе с девочками и мальчиками. Девочки более дисциплинированные, они раскрывают пораньше, чем мальчики. Мальчики чуть попозже. У девочек рассвет с 12 до 16 лет. Пик такой. У мальчиков чуть позже это окно появляется. До этого нужно дорасти, видя рядом успех девочек, не расклеиться и не опустить руки. Хотели ли бы такого спортсмена, как Илья Малинин, тренировать? Можно попробовать. Нужно вырастить таких спортсменов своих. Вырастут ли у нас такие мужчины? Надо работать над этим, сказал Дудаков. Евгений Плющенко подвел итоги финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Мои маленькие, но очень сильные духом юниоры. Ника Жилина, Софа Титова, Никита Сарновский. 11 ультрасина троих в произвольной программе. Наша спортивная пара Влад Антонышев и Настя Чернышова за год сделали невозможное. Несмотря на непредсказуемые обстоятельства, мы собрали полный набор наград. Ника золото, Никита серебро, Влад и Настя бронза. А наша Софа Титова бомбанула 4 ультраси в произволке, и я уверен, что все ее награды впереди. Потому что она боец и уникальная спортсменка. Горжусь вами, ребята. Вы все настоящие чемпионы. Спасибо всей нашей команде за большую работу. Выдохнем, выступим в нашем туре Союз чемпионов и снова в бой, написал Плющенко. Евгения Медведева продолжает удивлять своих поклонников новыми активностями. И если ранее она выступила в роли журналиста, задавая вопросы футболистам «Динамо», то на этот раз оказалась в шоу «Маска». Фигуристка скрывалась под костюмом шаурмы и успела исполнить на телевидении несколько песен. Причем судьи так и не смогли угадать, кто же был исполнителем музыкальных композиций. Регина Тодоренко, Алексей Воробьев и Валерия предположили, что под костюмом скрывается Алина Загитова, а Филипп Киркоров назвал Татьяну Навку. Все очень удивились, когда маску сняла Женя. Это был очень интересный и веселый для меня опыт. Буду скучать по своей любимой шаурмичке. Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске. Спасибо огромной программе и отдельное спасибо Юлии Сумачевой за приглашение в проект, написала Медведева в социальных сетях. Участие в музыкальном шоу вновь столкнуло фанатов Жени и Алины Загитовой. Многие вспомнили недавнее, не самое яркое выступление олимпийской чемпионки, которая спела «Зиверт», и обратили внимание, что у ее давней соперницы все получилось намного гармоничнее. Оценила решение Медведевой поучаствовать в шоу «Маска» и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем мне нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично, сказала трехкратная олимпийская чемпионка. В социальных сетях Анны Щербаковой недавно появились новые фото в спортивной одежде. Правда, сняты они были не на тренировке, а в студии. Спорт – это труд и постоянная работа над собой. Часто для того, чтобы не бросать тренировки, нужна дополнительная мотивация, написала фигуристка. Увы, пока олимпийская чемпионка ее для себя не находит, все больше погружаясь в развлекательные мероприятия. В выходные девушку увидели фанаты московского футбольного «Спартака». Щербакова нанесла символический удар по мячу в матче 18-го тура РПЛ с Уралом, который проходил на стадионе «Открытие Банк-Арена». А 8 марта она планирует принять участие в мастер-классе по стайлингу в качестве модели. Однако болельщики и тренеры, конечно, с надеждой продолжают ждать ее возвращения на лед. Как отметил один из наставников девушки Сергей Дудаков, у нее есть одна важная отличительная особенность – показывать максимум в нужном месте и в нужное время.
Последним событием в российском фигурном катании в этом сезоне станет турнир шоу-программ. Он состоится 18 марта в Москве. На прошлой неделе Федерация фигурного катания России опубликовала список участников, который удивил даже спортсменов. Так в нем оказался Максим Траньков с женой Татьяной Волсожар, хотя пара изначально не собиралась заявляться на соревнования. «Я человек подневольный, как выяснилось», – пошутил Траньков. В этом сезоне особенно тесно сотрудничающий с вещателем турнира Первым каналом. При этом пока непонятно, кто будет комментировать мероприятие. По информации Дмитрия Губерниева, болельщики услышат Татьяну Тарасову. В то же время заслуженный тренер СССР говорит, что к ней по данному вопросу еще никто не обращался, но она всегда готова. К формату турниру также остаются вопросы. До сих пор не озвучены критерии, по которым будут оцениваться шоу-программы, что достаточно странно с учетом большого призового фонда. А олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва удивлена, почему фигуристы не могут менять партнеров или выступать в коллективе. Мне как зрителю было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова. Три олимпийские чемпионки в личном турнире. Но коллективом выступать нельзя. Очень многое теряют соревнования, так как по объективным причинам не могут выступать Ваня Букин, Александр Энберт. Было бы украшением турнира возможное появление Елены Ильиных каким-то другим партнером. Но фактически она не может сделать этого, потому что такие правила, приводят слова Бобровой Матч ТВ. Елизавета Туктамышева после финала Гран-при России решила опубликовать открытое письмо себе 16-летней и рассказала болельщикам много интересного. Так спортсменка вспомнила ключевые моменты в своей карьере, включая перелом ноги после неудачного олимпийского сезона и восстановление тройного акселя. «Это еще не отчаяние. Но я тогда понимала, что если что-то не изменится сейчас, то как раз к нему приду. А я не хотела, чтобы у меня появились серьезные мысли заканчивать. У меня всегда было ощущение, я еще могу, могу лучше. Это не мой предел», — написала Туктамышева. Также она дала себе несколько советов, хотя они скорее адресованы юным фигуристкам, начинающим спортивную карьеру. По мнению Лизы, нужно легче относиться к соревнованиям и не зацикливаться на элементах, которые не получаются. Особое внимание Туктамышева обратила на питание. «Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть. Бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, возникали проблемы с едой. Но наоборот, нужно есть, надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта», — объяснила девушка. Как оказалось, Лиза сожалеет, что в юном возрасте не начала учить четверные прыжки, поскольку за 10 лет фигурное катание очень сильно шагнуло вперед. «Это было бы полезно еще в детстве, в 12, когда я учила тройной аксель, с моей тогдашней детской смелостью идти в многооборотные прыжки. Я бы уже тогда учила и четверной сальхов, и четверной тулуп, и, может быть, четверной луц», — объяснила Туктамышева. Заканчивать спортивную карьеру Лиза, к слову, пока не собирается, но и не заглядывает далеко в будущее. «Если в 16 лет я жила моментом, то сейчас это еще более выражено. Откатаю сезон после него шоу. Что будет дальше, загадывать не хочу. Все слишком непредсказуемо», — заключила фигуристка.